последнюю субботу лета состоялся первый в истории Ярославля массовый забег. На стадионе «Спартаковец» собрались активисты и общественники, профессиональные спортсмены и любители, люди разного возраста и социального положения. Всего поучаствовать в соревнованиях пришло около 150 человек. Мы хотим, чтобы ярославцы понимали, что это как бы не просто бег, не просто здоровье, что это еще очень весело. Это можно выделить один день, встретиться с друзьями, в массы и, в общем, зарядить своей энергией не только себя, и там свое ближнее окружение, но ты бежишь мимо кого-то, а человек смотрит на тебя и понимает, что я, наверное, тоже смогу и тоже хочу. Бегуны могли выбрать приемлемую для себя дистанцию – километр, 5 или 10 километров. Для каждой категории был разработан определенный маршрут. Все трассы проходили по центру Ярославля. За участников пробега пришли поболеть не только родные и близкие, но и известные в Ярославле творческие деятели. Вообще это здорово, что придумали такой забег, завершающий все лето. Думаю, что на следующий год учтутся какие-то мелочи и замечания, и он потихонечку будет становиться традиционным и, безусловно, более профессиональным. Несмотря на то, что пробег общегородской, в нем приняли участие не только ярославцы, но и спортсмены из Москвы, Данилова, Рыбинска, Тутаева, Большого села и Ростова. Самым быстрым на дистанции 10 километров стал Сергей Коровин из Данилова. Для первого раза приготовлено шикарно. Вот. Будем надеяться, что на следующий год нам сделают по улицам города, а не только по набережной, потому что это было бы намного красивее. Сергей, телеканал Я-24 поздравляет вас с победой. Мы желаем вам здоровья и дарим небольшой подарок. Спасибо большое. Смотрите нас и будьте здоровы. Спасибо. Анастасия Сотникова, Сергей Мазилов, Я-Новости.